привет! Я приехала в магазин гипермаркет низких цен Маяк. Сейчас посмотрим ассортимент и цены. Вот такой вот чудесный набор стаканов. Начнем с посуды стеклянных. Вот гравированные такие интересные. Стаканчик, объем идет 250 миллилитров. За набор 6 штук 176 рублей. Вот такой вот салатник. Белый салатник Люминарка. У него объем идет 1000 миллилитров. 92 рубля. Кружка сказка. Стекло 350 миллилитров. 38 рублей. Люминар. Форма для запекания. Она идет на 3 литра. Такая вот белого цвета. 399 рублей. Вот такой вот набор столовый. Здесь идет вот такая вот белая посуда, стаканчики и тарелочки. 6 стаканов, 6 тарелочек. То есть 18 предметов. 1386 набор посуды этой. Вот такие вот стаканчики стеклянные, 250 миллилитров идет объем. Вот они тут, видите, стоят все разноцветные, зеленые, синие, красные, желтые. Упаковочки идет вот так вот, 6 штук. 267 рублей. Вот такая кастрюлька красивая, эмулированная, такая черная, видите, с рисунком. Объем идет 2,9, 459 рублей. Симпатичная. И вот такая кастрюля эмалированная, белая, с крышечкой, на 9 литров. То есть она вот, видите, стоит такая огромная, большая. 820 рублей. И вот такой набор кастрюль из нержавеющей стали. Здесь получается, вот смотрите, 6 предметов. 2,1 кастрюля, 2,9, 3,9. 225 рублей набор стоит. Высококачественная нержавеющая сталь. Температ. Жаропрочная форма. Такая вот она идет овальная. Объем у нее идет 1,4 литра. 259 рублей. Здесь вот такие лежат формы для запекания стеклянные. Сейчас достану, вам покажу. Вот. Фирма Marinex. Объем здесь идет 2,1. Стекло такое тяжеленькое. 332 рубля. Набор стопок. Здесь в упаковке идет 6 штук. Они идут объем 50 миллилитров. Одной стопочки. 58 рублей. Вот такие вот тазики в хозяйстве пригодятся. Тазик эмалированный круглый, 3 литра. 93 рубля. Вот такой набор кувшин. На 1,2 литра он идет. И в нем идет 4 стакана. 0,25 объем. Такой вот он пластиковый, легкий. Удобный тоже. 85 рублей. Вот такой вот бокс универсальный. Сюда можно складывать что кому надо. Хоть рукоделие, хоть канцтовары, хоть таблетки. 200 рублей. Салатник. Вот такой вот белый. Стекло, керамика. Вот так вот он выглядит. 450. Так, 540 миллилитров. Вот, 122 рубля. Вот такой салатник тоже симпатичный, беленький. Салатник утренний. Барокко 500 миллилитров он идет. 90 рублей. Вот такая вот бутылочка для масла. Она идет стеклянная. И здесь вот так вот крышечка такая пластиковая. То есть масло наливаем и пользуемся. Объем 0,5, 150 рублей. Вот такой вот салатник огромный. 24 на 24. Бармонт Россо.
Италия. Керамика беленький, такой белоснежный, большой. 234 рубля. На этом все. Всем пока, до новых встреч.